Зовет своего сына, но тот не слышит и не отвечает. Проходит перед своей дочерью, та не обращает внимания и не отвлекается на нее. Они не что иное, как изолированы от тех, кто вокруг них, виртуальным миром. Миром электронных развлечений. Постигла взрослых и детей мания играть часами, что дошло дело до пристрастия. И они абсолютно не подозревают об огромной опасности, которую несут в себе эти электронные игры. Есть игры, которые несут в себе ширк, как, например, возвеличивание идолов или крестов. Передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, никогда не оставлял в своем доме кресты, кроме как уничтожив их. Из них то, что несет в себе колдовство и обман зрения. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, избегайте 7 смертных грехов, то есть губительных, предавание Аллаху сотоварищей и колдовство, и так далее. Также из них то, что включает в себя обнаженность и фрагменты, которые задевают скромность и призывают к разврату. Сказал Аллах в Коране, «Кул лил му'минина ягуббу мин абасарихим ва яхфазу фуруджахум, валика азка лахум». Также они портят восприятие реальности ребенка, воспитывая его на мире фантазии и воображения, как фантастические существа со сверхсилой, которых не существует на самом деле. Также из плохих воздействий то, что они являются причиной жестокости и вражды у детей, так же, как взращивает между ними неприязнь, подобно азартным играм. Они также вредят здоровью, вызывая расстройство нервной системы, дрожь в конечностях, боль в спине и ослабление слуха и зрения, как и приводят к психологическим расстройствам, уединению и депрессиям. Не секрет, что они заставляют терять время и отвлекают от ваджибатов. Сказал шейху Ислам ибн Таймия, рахмаллах, все, что отвлекает и занимает от того, что приказал Аллах, является запретным, даже если не является запретным сам вид. Как, например, покупка и торговля. А что касается большинства того, чем развлекаются бездельники из видов развлечений и разновидностей игр, которые никак не помогают религии, все они харам. Оставь эти развлечения и стремись к тому, что приносит тебе пользу. И знай, что ты будешь спрошен за свой срок жизни. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не оступится раб в судный день, пока не будет спрошен про свой срок, на что он его потратил, и про свои знания, как он их воплощал, и про имущество, где он его приобрел и на что потратил, и про свое тело, где его использовал.